Статьи федерального бюджета также обсуждались на совещаниях по государственным расходам, которые провел Дмитрий Медведев. Строительство автодорог, необходимых для проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году, задача первоочередной важности. Об этом глава правительства заявил на заседании по развитию транспортной сферы и промышленности. На инфраструктурные проекты в российских регионах в ближайшие 3 года планируется направить 2,5 триллиона рублей. Поддержка сельского хозяйства – тема 2-го совещания. На развитие отрасли уже выделено 33 миллиарда. Кроме того, идет поток частных инвестиций. В последние годы агропром у нас был в числе наиболее защищенных статей бюджета. Несмотря на известные трудности, нам удалось привлечь неплохие инвестиции в отрасли, добиться значительного роста сельхозпроизводства, обеспечить гарантированную продовольственную безопасность по целому ряду позиций. И по зерну, и по сахару, и по картофелю, по растительному маслу, по мясу птицы, в общем, более-менее по свинине. Эти позиции нужно сохранить.